Стасик, скажи, пожалуйста, а у тебя уже есть кандидатура, на ком ты будешь жениться? Ага, у меня есть мама и Вика. Мама и Вика, это, конечно, хорошо. А в садик ты ходишь? Конечно, хожу. А ты с кем там дружишь? Всякими детьми. Там и кроном живет. И потом едет обратно на машине. А девочек как зовут, с которыми ты дружишь? Ксюшу и Лена. Лена и Ксюша, кто больше нравится? А мне нравится мальчик Ива. Стасик, иди к маме. Она тебе скажет, какая тебе девочка больше нравится. Thank you.